Дорогие наши друзья, мы рады приветствовать всех вас на канале семьи Савченко. В сегодняшнем блоге мы расскажем вам, как у нас проходит обыкновенный день в нашей большой семье. Дженнифер расскажет вам, куда мы поедем, а поедем мы сегодня к окулисту, глазному врачу. И мы расскажем вам, как мы будем дома готовить вкусный обед. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков, а также расскажем, что нового происходит на наших каналах. Детки расскажут, в какую интересную игру они играют, и мы покажем, какую посылку мы получили. Оставайтесь вместе с нами. Дженнифер сегодня мне помогает с утра. Сейчас мы делаем завтрак. Такие из слоеного теста. Сейчас я сделаю такие маленькие пирожные, небольшие. На завтрак. И какие-нибудь фрукты положу. Вот. У нас еще все спят, но скоро уже будут просыпаться. Дженнифер с утра уже что-то меряет здесь. Покажи, что это. Что это, как называется? Лента, да? Мерочная лента, линейка. Покажи, как она выдвигается. Это специально для деток. Такие линейки. Сюда, наверное, нужно гвозди закручивать, да? Закручивать. Они отдельно продаются. Тебе нравится такое играть? Приятного аппетита, Аленочка. Thank you. Мамочка, смотри. И мама меряет новую шапку. Да, и мы поедем в школу скоро. Да, поехали в школу. Доброе утро. Привет, Кетти. Привет. У тебя красивая куртка. Спасибо. Вова ланч свой забыл. На. Так, и Маргарита идет. Скорей, скорей, скорей. В школу бегом. Я Кетти. И Джинелл тоже. Бабай. Ланч не забудь погреть. Бабай. Okay, а ты что делаешь дома? Я же тебя отвезла в школу. Окей. А ты? Учительница. Ты drive me to school. And the door is locked in kindergarten. Because... А по-русски no. Умеешь говорить? Ну, а что с учительницей случилось? Она болеет, и она пьет. В общем, у учительницы кишечный грипп, этот подготовительный класс сегодня отменили. Так что, Дженнифер... А куда мы сейчас едем? Расскажи. Мы едем... Айда. Глазной врач, окулист. Мы едем... А тебе будут проверять или кому? Да. Кому? Дженнел и Нелли. Ну хорошо, мы сейчас Джинал заберем из школы и поедем дальше. Шапку одевай, вон шапка твоя на полу валяется. Окулист находится недалеко от нас, минут 20, наверное, ехать на машине в нашей вот такой вот деревенской местности. Мы едем туда, проверяем зрение, наверное, раз в год. Девочки, кто носит очки, конечно, им для них это очень важно. Вот такая у нас поликлиника глазного врача. И сегодня аппоинтмент у Нелечки и у Джинел. Если они нам разрешат, то мы покажем вам, ой, как там все будет происходить. Красиво они здесь с каждым годом, все красивее и красивее делают. Вы можете посидеть пока здесь. Тихонько-тихонько, красиво, садитесь. Это у нее только глаз. Wow, that's big. Thank you.
Какие возьму, если очки? No, just или какие? Поиграли, поиграли все, но я вам скажу, что по-настоящему только Нелечке нужны очки. Я? Ты бы хотела очки или нет? Нет? Хотела бы? Я когда маленькая тоже хотела. Нелечка, как тебе новые очки? Лучше, хуже? Очень хорошо. Очень хорошо. Так, сейчас мы поедем дальше. Джинал сегодня решила обратно в школу не возвращаться после глазного. Да, Джинал? Дома будешь делать уроки? Ой, у тебя рот мороженое. Вытри ротик. Привет, мои дорогие. Сейчас обеденное время. Я решила сделать тушеную картошку. Так, вот у меня мяско здесь тушится, морковка, лук. И сейчас я... Вот здесь вот картошка у меня. Сейчас я порежу и добавлю туда... Вот... Потом хочу в конце добавить еще перчик. Я очень люблю, когда много овощей везде. Хотела сказать, может быть, кто-то спросит, там рецепт дайте или что-то такое. Я вам просто так расскажу. Взяла я тушенку. Можно, конечно, взять и курочку, и самим пожарить все. Или там говяжье мяско порубить. Пожарить мяско. Потом я добавила туда морковку, лучок. Сейчас я покажу, что я использовала. Вот моя хорошая подруга Юленька подарила вот такой вот мне комбайн. И, конечно, это намного меньше времени занимает. Кинул лук быстренько туда, кинул морковку, она все быстренько тебе порезала на какую ты хочешь величину. Все я обжарила с мяском. Добавила туда воду, но можно добавлять вот такой вот чикен бульон. Видите, здесь нету ни ГМО, никаких добавок, ничего. Вот, это просто куриный бульон. Вот, какой вам нравится. И добавила картошечку. Все, лук, перец, лавровый лист. И сейчас оно у меня будет тушиться. Сейчас я, наверное, побольше чуть-чуть бульончик добавлю. Ой, уже очень хочу кушать. Обзор этого комбайна я поставлю на мой женский канал «Женщина, жена и мама». Я расскажу, как им пользоваться большим, маленьким ножом. И там еще есть. Вот, там есть еще вот такой вот нож. Аккуратно нужно, ножи очень все острые, чтобы детки не трогали, нужно, чтобы подальше от деток это стояло. Вот, но очень хорошая такая вот штука в хозяйстве, очень хорошее приспособление. Все, сейчас я вот так вот перемешаю все и оставлю, не знаю сколько, до готовности. Оно у меня еще даже не закипело. Получится больше не тушеная картошка, а как суп. Вкуснятина. Приятного всем аппетита. Все, супик наш, тушеная картошка готова. Очень вкусненько смотрится. Сейчас мы будем все кушать. Ну, все. Нелечка, например, вот здесь есть. Ты любишь да. это? Только перец, да, не любишь? И Дженни будет кушать. Наши девочки сейчас играют в игру, которая называется как, Маргарита? Guess who? Ага. У вас есть... У них есть человечек. Подожди, мама посмотрит. Вот у Дженнифер вот такой человечек. И она пытается угадать, какой же у Маргариты. Ну-ка, сейчас я посмотрю, какой у Маргариты. Так, вот и тоже книжку читает. Так, у Маргариты вот такой человек. Ага. Давай, кто угадает? Эта игра называется Guess Who, и деткам очень нравится в нее играть. Иногда даже я играю в эту игру с детками. Она у нас продается буквально во всех магазинах. А сегодня вот я купила ее в магазине Aldi. Если у твоей девочки белые волосы. У твоей тетеньки черные волосы? Черные волосы. У тебя у девочки черные волосы? Нет. А ты что читаешь? Как делать эксперимент? Покажи, просто обложку покажи этой книжки. 365 экспериментов научных. Ты нашел что-то интересное? Ага. Покажешь нам потом? Ага.
что, Дженнифер выиграла? Да. Ей, Дженни выиграла. Dennis, your girl Liz. Yep. I used that. No. I had Liz and Rachel. А сейчас мы прервемся на небольшую паузу. Если вы хотите участвовать в конкурсе лайков и вам понравилось наше видео, то вы можете поставить пальчик вверх под этим видео, и циферка, которая загорится над этим пальчиком, это и есть ваш лайк. Вы можете под этим видео написать «Мой лайк», номер такой, и таким образом вы будете участвовать в конкурсе лайков. А победителем в прошлом влоге стала Тома Кей. Ее лайк был под номером 6. Мы вас поздравляем. Пожалуйста, пришлите ваш почтовый адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку, фотографию, несколько наклеек от нашей семьи. Благодарим всех за лайки, за участие, а сейчас мы продолжим наш влог. А сегодня девочки тут хохочут. К Вове приехал друг из школы, и они проводят эксперименты. No. Вова там со своим другом сделали какой-то эксперимент. Куда-то они слишком далеко пошли. А, они подальше от дома, там они поджигатели такие. Так как Вова уже большой мальчик, ему уже почти 14 лет, мы ему разрешаем проводить неопасные эксперименты подальше от дома. Он со своим другом, может быть, они как-нибудь покажут вам свои эксперименты, что они делают. Так, мы получили еще одну посылку, и там что много? Много конфет! Вы любите конфетки? Да! Ага. Вова, это я понимаю, что тебе, поэтому очень аккуратно открой, и мы сейчас посмотрим, что там. Давай, Маргарита, а ты открывай, выкладывай на стол. Ангелина. Ага. Сушки называется. Так, так, тут очень много конфет. Так, доставай полотенце, я вижу. Покажи. Кашелат или шоколад? Шоколад. Шоколад. Птичье молоко. И полотенце. И полотенце. Спасибо. Это, наверное, мне полотенце. Да, Дженни. Ты знаешь, как его пользовать? Туда нужно налить воду. И оно будет петь, как птица. Попробуй налей туда воду. Вот в эту штучку налей воду. И много-много конфет. Орешки. И шоколадки. И конфетки. Спасибо. Так, сейчас мы Вову послушаем. Вова, давай. Там, наверное, в зависимости, как ты больше воды нальешь, так оно. Халва папины. Папина халва любимая. И еще полотенце. Нравится? Я могу в маленькое гнездо и притворяться, что я птенчик. Спасибо! А сейчас мы хотим сказать, что нового происходит на наших каналах. На английском канале Савченко Family вышла новая песня, которую исполнила наша Аленочка. Прежде чем мы попрощаемся, я хочу сказать всем спасибо за то, что вы посмотрели это видео. И надеемся, что оно вам понравилось. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь, приглашайте ваших друзей. А сейчас я поставлю небольшую выдержку из этой песни. Всего хорошего, до свидания.